вся кручи нурузи целой, могу ли я кровом предаваться? Все наговоры злые, все недруги, и за что не любят? Вот и теперь, любя вас всей душой, бояре, хочу предупредить. Намедни уходя от государя, скорбя всем сердцем, радея о душе царевки, я в щелочку случайно загляну. О, что видел я, бояре, верный коварный поколапливаясь, дрожа всем телом и связно бормоча какие-то слова чудные. Это старт
старик, все, что знаешь, без утайки. Рассказ мой будет прост и краток, бесхитростная повесть о дивном промысле Господнем. Однажды в вечерний час пришел ко мне пастух, уже маститый старец, и тайну мне чудесную поведал. Еще ребенком, сказал он, я слеп, и с той поры напрасно я лечился и зельем, и тайным нашептанием. Напрасно я из кладезей святых кропил водой целебной очи. Напрасно и так я тьме своей привык, что даже сны мои в невиденных вещей уж не являли, а снились только звуки. Раз в глубоком сне вдруг слышу детский голос, зовет меня, так внятно зовет: встань, дедушка, встань, иди ты в Угличград, зайди в собор Преображения, там помолись ты над моей могилкой. Знай, дедушка, Дмитрия царевич, Господь приял меня в архангелах своих, и я теперь Руси великой чудотворец. Проснулся я, подумал, взял с собою внука и в дальний путь поплелся. И только что склонился над могилкой, так хорошо вдруг стало, и слезы полились обильно, тихо полились, и я увидел и Божий свет, и внука, и могиль. Душно, душно, царевича скорей. Ох, тяжко мне с ним. Stop.
сердце. Господи, воззри молю на слезы грешного отца, не за себя молю, не за себя, мой Боже. Хранить мое дитя.
Thank you.
обещаем милости защиту.